Всем доброе утро, шалом, бонжур, хелло. Так, все, собираемся, сейчас урок, и потом вылетаю обратно в Киев. Как сейчас стало быстро, да? Раньше люди всю жизнь готовились к путешествию в Израиль, всю жизнь собирались там, потом ехали, прощались со всеми родственниками, там все, сажусь на корабль, плыть в Израиль, все вау, что вы там... Через 2 года увидимся, да? Я помню, читал про одного человека, у него дорога в одну сторону пешком заняла 2 года. Он пешком шел. 2 года пешком пройти через все эти страны, дикие горы. Представляете, 2 зимы, 2 весны. А сейчас сел самолет перед шабатом в Израиле. Сейчас сел самолет, с Божьей помощью обратно в Киеве. Но все равно мы продолжаем читать Тфилат Адерех. Есть такая молитва, дорожная молитва. Когда выезжаешь, надо говорить дорожную молитву. И дорожная молитва говорится, как раньше было, да? То есть, как раньше, там, например, чтобы спастись от диких животных, от грабителей. Раньше же как было? На каждом дереве сидел соловей-разбойник и свистел. Хорошо, все. А сейчас вот Виталий Лашко из Витебска, Татьяна Талисман из Биробиджана, Юрий Русланович Перун, Игорь Матюшечкин. Все. Хорошо. Яков Шадай не насмотрит. Все, мы продолжаем изучать Пиркейавот. Сегодня очень-очень такая прямо мишна, которая говорит о том, как правильно строить взаимоотношения с людьми. Есть у каждого человека, я считаю, для самореализации в жизни есть 2 главных направления – как раз мы во 2 главе, когда изучали, вот как правильно делать выбор, да, так сказал нам это Раби Иуда Анаси, составитель Мишны, что когда человек должен сделать выбор, он должен сделать, как бы, выбирать себе путь, вот по главному критерию он отметил. Коль шей тиферет леосе, нужно выбрать такой путь, чтобы было тебе хорошо, ве тиферет лон мина адам, и чтобы люди были им довольны, чтобы люди вокруг тоже радовались, что ты выбрал этот путь. И, в принципе, вот это 2 направления самых главных в жизни, если человек умеет их правильно гармонизировать и правильно их сопоставить, то у него будет счастливая жизнь. Первое, нужно свои интересы преследовать, то есть вот этот вот, то, что называется эгоизм, да, то есть уметь делать то, что тебе надо, тогда, когда тебе это надо, когда тебе это хочется, это то, что прекрасно для тебя. Но второе, нужно всегда держать вот это соотношение, чтобы было хорошо со стороны других людей, потому что так Бог нас создал в мире, что мы все время взаимодействуем с другими людьми, и человек не может один, да, то есть ему обязательно нужно, чтобы люди вокруг были им довольны. Так даже биохимия устроена, да, то есть интересно, что, вот я сейчас только сопоставил, есть 4 гормона удовольствия, и 2 из них зависят только от самого человека, а 2 из них зависят от других людей. Как интересно, да, как Раби Иуда Анаси, это Тора же, это Бог ему сообщил, как мир работает. А сейчас ученые гормонами доказали, что есть 4 гормона удовольствия, 2 из них, дофамин и эндорфин, это то, что человек может сам вырабатывать, да, то есть это зависит только от того, дофамин, какие я ставлю цели себе и как я радуюсь по их достижению, а эндорфин – это физическая активность, то есть это я сам могу. А серотонин – это общественное одобрение, и окситоцин – это любовь, да, то есть близкие отношения. Это связано с другими людьми. Интересно. Так вот, значит, есть в мире вот 2 главных как бы навыка для самореализации. Первый – понять себя и работать над собой. Второй – это выстроить отношения с людьми. Вот 2 главных как бы таких направления. И сегодняшняя наша мишна, сказал ее Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль – это был партнер Раби Акивы, то есть они вместе учили Тору, то есть они жили в одно время, и они вдвоем, это, ну, на то время были там, ну, самые великие мудрецы, которые были в том поколении. И следующий мишнаёт все будут Раби Акивы, а сейчас нам сказал Раби Ишмаэль. Он нам сказал так. Он нам полностью вот сосредоточился на отношениях с другими людьми, и он нам дает такие советы. Первый совет он нам дал такой. Он сказал, «Авекаль лерош», «Будь легкий для больших людей». «Будь легкий для больших людей». Второе, что он нам сказал, «В ноах летишхорет», «И будь удобен для черных». Черных. Сейчас мы знаем, кого он имел в виду. «В
Ава Микабалит Коля Адам Басимха. И принимает каждого вообще человека без исключения с радостью. О, теперь давайте разберемся, как это работает. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, Авекалли Рош, будь легкий для больших людей. Значит, люди в мире, как так устроено, есть у людей потребность такая, да? Они стремятся после того, как удовлетворили свои первичные потребности, дальше они удовлетворяют причастность к какой-то группе, а потом у человека включается в этой группе занять лидирующее положение. Это как бы пирамида потребностей Маслоу. И вот, значит, в каждой группе людей, куда бы ты ни зашел, маленькая группа, там это тюремная камера, или это партия «Слуга народа», или это государство любое, да, всегда есть кто-то, кто на вершине этой пирамиды. В Ешиве есть Рош Ешива, да, глава Ешивы называется. Есть Рош Мимшала. Вот в Израиле прямо так и называется. Рош Мимшала. Глава, голова правительства. Или Рош Ешива. Голова Ешивы. То есть голова это как бы вот это вот лидирующее, то, что определяет направление. Так сказал нам Раби Ишмаэль, что нужно быть каль ле Рош. Нужно быть легким к этому голове. То есть, допустим, ты заходишь в какое-то место. Царь Соломон, кстати, в Мишле, он нам советовал не выделываться перед царями, потому что, ну, это опасно. И вот человек заходит в какое-то новое место, а там есть этот голова. Как с ним себя вести? Так советуют нам мудрецы не выделываться. Вот Раби Шмоль конкретно сказал, будь легкий. Легкий – это значит, чтобы прямо как пушинка, чтобы тебя не видно было. То есть, ты ему помогаешь, ты делаешь для него какие-то хорошие вещи, но при этом... Не выделывайся. Я раньше, когда начинал свой жизненный путь, я этого не знал. И я, входя в любую как бы, группу людей, я почему-то, вот у меня была такая программа, да, то есть, очевидно, это было из спорта, то, что когда в спорте приучают, ты должен быть чемпионом, там, стремиться быть только первым, то есть у меня сразу шло такая, как бы, спортивное соревнование. Я из-за этого очень сильно страдал в жизни, потому что Рош, вот эта вот голова, он очень сильно как бы держит свой статус. Если он видит, что кто-то начинает угрожать этому статусу, он его, это происходит инстинктивно и ну как бы автоматически, он его начинает уничтожать. Поэтому нам сказал Раби Ишмаэль, что «Авы калли Рош, будь легок для больших людей». Например, Йошуа бен Нун, он был помощником Моше Рабейну. Он был помощником Моше Рабейну, и он полностью от него не отходил, во всем ему помогал. И потом он стал царем Израиля после Моше Рабейну. Например, я могу сказать, что вот в Талмуде написано в Брахот, что Шимуша Шельтура и Тердула Мелимуда Шельтура, что тот, кто прислуживает, помогает мудрецам, да, он это больше, чем учить Тору. Когда ты видишь, как они делают, как они действуют, и так далее. Вот, например, у Рав Зильбера был помощник, который ему очень сильно много лет помогал, Рав Иуда Аврех, да, и он очень много от Рав Зильбера взял, прям, я думаю, что, ну, вот именно в быту, как говорить, как делать, ну, то есть очень сильно это все передается, но для этого нужно быть легким для больших людей, то есть для вот этих глав, как бы стратегия поведения с ними быть легким, не быть, никак не проявлять свою жесткость, потому что как только ты проявляешь какую-то свою жесткость, там, я и так далее, я помню, одна у меня история была в жизни, значит, один там мультимиллионер из списка Forbes, я тогда только начинал свой путь, как в бизнесе, и мы пришли с моим на тот момент партнером, пришли к нему посоветоваться по какому-то вопросу, и мы задали ему вопрос. Он начал объяснять, как бы он сделал, как он понимает этот вопрос. И мой партнер, он начал, а вот вы не совсем понимаете, чем мы занимаемся, у нас другой бизнес. Вот мне начал как бы с ним спорить. А тот так его остановил и говорит, послушай, говорит, мне там уже далеко за 50. Я уже свой как бы жизненный путь, ну, уже прошел на большую часть. Говорит, если ты хочешь со мной посоветоваться, я готов дать совет. Если ты хочешь меня учить, я учиться не готов. Да? То есть я сейчас от тебя учиться не готов. То есть если ты хочешь выслушать, слушай. Хочешь спорить, объяснять мне и так далее, давай не будем терять время, до свидания. Прям так он его остановил. И вот это вот как раз иллюстрация модели поведения с главами правительств, ешив, главами, то, что называется глава какой-то группы людей, будь легкий для них.
Теперь, и будь удобен, он продолжает Раби Шмаэль, авекалерош, венох летишхорет, и будь удобен для черных. Кто такие черные? Черные — это те, у кого еще нет седины. Видите, у меня уже есть седина, но я еще не рож, но уже седина есть. Я уже не совсем черный, то есть уже 45 лет, уже как бы вступаю в период, что могу начинать давать советы. Могу начинать давать советы. Но, значит, вообще, пока человек, у него черные волосы, то с ним надо быть удобным. То есть не надо быть для него легким. Нужно быть удобным. То есть быть удобным в общении. Но при этом ты уже можешь себя как бы проявлять. То есть это равная такая ситуация. Здесь самое важное, чтобы было ноах, удобно. И как мы говорили уже в предыдущих мишнаёт, там есть такая мишна, что «Коль шеруах обриёт ноах эмэно», те же самые слова. «Каждое, что дух создания им удобно от тебя», Руах амаком ноах эмена. То есть мы знаем, что Бог тоже тогда ему этот человек удобен. То есть в равных отношениях нужно быть удобным. Не надо быть навязчивым, не надо быть жестким, не надо быть принципиальным и так далее, потому что это все плохо заканчивается. Плохо заканчивается. Царь Соломон нас предупредил в Мишле, мы когда учили, что кемаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в воде, как левадам ли левадам, так же сердце человека к другому человеку. То есть, если я вступаю в коммуникацию уже агрессивно, то я как бы как перед зеркалом. Я могу быть уверен на 100%, что я вызываю к себе такое же агрессивное поведение. Да? Поэтому с людьми среднего возраста, одинакового с тобой статуса плюс-минус, нужно быть удобным. Не надо быть вообще таким жестким, угловатым, принципиальным, нападающим и так далее. Вот сейчас у меня тоже история жизни. Мы работаем сейчас с одним там экспертом, специалистом, и у нее очень непростой характер такой, да, и вот буквально несколько раз отношения чуть не прерывались. Но хорошо, что я знаю вот эту вот мишну Раби Шмуэля уже давно, и я считаю, что в отношениях нужно быть удобным. Я каждый раз спокойно ей пытаюсь объяснить, что нападение, агрессия, такая жесткость и принципиальность в отношениях, да, она приводит к их разрыву. Если ты хочешь их сохранять и вин-вин, да, вести, продолжать отношения выиграл-выиграл, нужно уметь быть, сглаживать углы. То есть сглаживать углы, быть более ноах такой, спокойным. Это очень важно, кстати, в отношениях, потому что в отношениях между мужчиной и женщиной, да, в семье, если есть вот это вот желание доказать, быть правым, такая угловатость, то это рушит. И самая большая страшная вещь, которая рушит вообще любовь, отношения, это критика, это вот эта вот неудобность, да. Когда человек другому указывает на его там недостатки, от него требует и так далее. Теперь третье, что сказал Раби Шмуэль, он сказал всем. Это касается всем абсолютно. Он сказал третье, «Ве авы микабль эт коля адам бесимха». И принимая каждого человека в радости. Принимая каждого человека в радости, он сказал, и давайте разберемся, а как это вообще принимать каждого человека в радости. Вообще, давайте проведем небольшую статистику. Кто любит радость? Напишите, кто любит радоваться? Вот давайте проверим. Вот сейчас у нас там 108 человек на уроке. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит радоваться. Если вы не любите радоваться, напишите, я не люблю радоваться. Вот давайте проведем статистику. Из 107 человек, кто любит радоваться? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы любите радоваться, напишите, я люблю радоваться. А если вы не любите радоваться, напишите, я не люблю радоваться. Я хочу быть грустным, таким расстроенным и так далее. Я что люблю? Напишите. Если я люблю радоваться, я люблю радоваться. Если я люблю грустить, я люблю грустить. Вот давайте проверим, да, кто любит радоваться. Симху люблю. Значит, люблю радоваться, да. Что я, Яков Шатадин, любишь радоваться или нет? Значит, я думаю, что большинство участников этого урока любят радоваться. Я думаю, что большинство людей в мире любят радоваться. Я думаю, что радость это то чувство, которое, ну, которое всем как бы хотелось бы, чтобы оно было постоянным в жизни и по умолчанию. Значит, пока мы учим Тору, радоваться можно. То есть мы изучаем, как радоваться. Мы будем серьезными лицами изучать, как радоваться. Сейчас такое время называется Беном и Сарим, между
между теснинами, да, и в это время, в принципе, надо уменьшать в радости. Надо уменьшать в радости, и начиная, ну, вот сейчас как раз мы уменьшаем в радости, и 9 ава будет день скорби. Но мы сейчас изучаем, как радоваться после 9 ава, и в принципе, изучаем Мишну, не запрещено Штору учить. А Раби Шмоль нам сказал, «Авы микабелет коля адам бесимха», «принимай каждого человека в радости». Давайте разберемся, а как быть в радости, как быть в радости. Я как раз недавно изучал такой был Рэбе из Слонима, и у него было как раз, вот я изучал его как бы исследование про радость. И он там пишет, что радость – это основа и фундамент всех заповедей в Торе. И что недостаточно служить Богу, потому что Бог сказал, что придут на тебя все проклятия. Там есть место, где он описывает, как бы, что будет, если неправильно ему служить. И он пишет, что придут все проклятия, за то, что ты не служил Богу в радости сердца, когда у тебя все было хорошо. И он, значит, там объясняет, он говорит, что радость – это обязательное условие вообще служения Богу, обязательно. То есть, если нет радости, то вообще непонятно, чем человек занимается. И непонятно также, написано, что пророчество, Святой Дух и так далее приходят человеку только в радости. Теперь, как он объясняет, как прийти к радости? Он говорит, что есть четыре метода, четыре как бы главных инструмента, как самому прийти к радости. То есть Раби Ишмаэль сказал, что надо принимать каждого в радости, а Рэбе Мислоним в книге «Нативот Шалом» он объяснил, как получить эту радость. Он объясняет первое. Он говорит, первое, что приводит человека к радости, это знание о том, что Бог с ним, Бог его любит, и Бог о нем заботится, и, значит, вот эта вот вера в Бога и битахон, умение положиться на Бога, то есть поверить, довериться Богу, как царь Давид говорил, что даже если я буду идти долиной смерти, да, он говорил, «Гамти элех бегей цалмавы», даже если буду идти долиной смерти, «Лоэрара», он говорит, «не случится со мной ничего плохого», «Тиата имади», потому что ты со мной. То есть вот эта вот внутренняя, настоящая вера в Бога, она как раз и проявляется в радости. То есть если я верю, что Бог со мной, если я верю, что Он меня любит, если я верю, что Он обо мне полностью позаботится до последнего момента моего физического существования и дальше с момента окончания физического существования, дальше там рай, грядущий мир, там вообще такие ждут меня вообще праздники и удовольствия, конечно, такая вера, она вызывает у человека радость. И вот тут проверяется вот этой верой, проверяется, или он радостный, или нет. Значит, первый параметр, который приводит Рэбе из Слонима, что для того, чтобы радоваться, была внутренняя вот эта симха, надо верить в Бога и верить, что Бог тебя любит, и верить, что Он тебе готовит только хорошее. Второе, что он говорит, он второй как бы инструмент для получения радости, он объясняет его от обратного. Он говорит, что у человека забирает радость. У человека забирает радость неудовлетворенность, недостаток. То есть, когда у человека есть какие-то стремления, вот, например, я сейчас хочу кушать, а еды нет. Значит, я в этот момент, разрыв между желаемым и действительным, он меня вводит в отсутствие недостатка и, как следствие, отсутствие радости. То есть, чем у человека больше нереализованных желаний в разных сферах, тем меньше у него радости. Чем больше у него реализованных желаний, тем больше у него радости. Но Рэбе из Слонима, он говорит, что так как человек, который хочет, как сказал царь Соломон, что «Энадамет вехатимит аватоба ядо», что человек даже в момент смерти, когда умирает, и половины из того, что он хотел, нет в его руке. Получается, что здесь Рэбе из Слонима, он предлагает нам такой буддийский немного подход, он говорит, единственный способ не разочаровываться и не быть в недостатке, это убрать желание. И он говорит, когда я убрал желание, материальные желания, то у меня, я думал, меня сейчас накроет радостью, что как бы если я ничего не хочу, так у меня все есть. Но он говорит, не было у меня радости в этот момент. И тут я подумал, почему же я все время продолжаю беспокоиться? Оказалось, что беспокойство у меня вызывало, он пишет, то, что у меня были духовные стремления. Я боялся потерять вот этот Алам Аба, рай,
Я боялся, что я в духовном плане недостаточно хорош, недостаточно служу Всевышнему, недостаточно учу Тору и так далее. То есть этот страх у меня забирал радость. И он подумал, вот тут как раз у него был большой вопрос. Что важнее, быть в радости или бояться, что я недостаточно служу Богу? С одной стороны, казалось бы, что вот этот вот как бы стремление к духовному росту и стремление сильнее служить Богу, оно важная вещь. Но у него был вопрос, если оно забирает радость, а Бог сказал, мне нужно, чтобы ты служил только в радости, так тогда получается радость важнее. И он говорит, да, и ладно с этим улам аба, и ладно, какой я буду, я такой и буду. Ну не буду я цадиком, ну не буду я слишком там большим хасидом. Ну не буду, значит, но зато я буду радостно служить Всевышнему. И в этот момент его накрыла радость, и он посчитал, что вот в момент, когда у тебя нет нереализованных желаний, когда у тебя нет никакой недостачи, это второй как бы рычаг для получения большой радости. Первый рычаг – это вера в Бога, полная вера, что Бог тебя любит, и Бог тебя обеспечивает, и Он все тебе даст. Второе – а мне ничего не надо, Он мне уже все дал. То есть все у меня есть и так. Это второе, то, что вызывает радость. Третье, что вызывает радость, это изучение Торы. То есть сказал Рабби из Слонима, что когда у него наступал какой-то момент беспокойства, это значит, что у него мысли какие-то были, которые его вводили в состояние отсутствия радости и беспокойства. И он начинал учить Талмуд. Талмуд – это очень глубокое, сосредоточенное интеллектуальное напряжение, которое тебя вводит в какое-то исследование, как правильно, там, что, как надо делать. И получается, автоматом оно тебя выводит из твоих беспокойных мыслей. И он говорит, что мне достаточно было, вот я чувствовал, что какое-то беспокойство, я уходил в изучение Торы, и меня Тора как вытаскивала из этого состояния. Значит, третье – это изучение Торы, которое тебя вытаскивает из состояния мыслей, из вот этой вот мыслемешалки, которая вызывала негативную эмоцию, вытаскивает тебя в состояние мысли, которое позитивное. И четвертое, он говорит, четвертое, то, что вызывает радость, это через внешнее к внутреннему. То есть танцы, песни, пляски, улыбка, сильная улыбка, она, то есть внешние физиологические проявления радости, они тянут за собой эмоциональную часть, тянут сердце. И вот, значит, получается, что Рабби Ишмаэль, он нам объяснил три вещи, как коммуницировать с людьми. То есть он нам сказал, будь легок для больших вот этих вот голов, будь удобен, ровен для черных, для людей среднего возраста, и принимай каждого в радости. А Рэбби Слонима нам дал четыре пути к радости. Вера в Бога и битахон, полагаться на Бога. Второе, убирание своих нереализованных желаний, принятие реальности, принятие того, что есть на 100%. Третье – изучение Торы. И четвертое – танцы, песни, пляски. Сейчас радоваться нельзя, сейчас время между теснин, как бы такое время, которое сказано, что нужно, наоборот, взять на себя максимум страданий, то есть не мыться. У тебя почему нельзя бриться, нельзя стричься, нельзя мыться горячей водой с мылом, нельзя одевать чистую одежду и так далее. То есть сейчас время такое, очень плохое время, и для того, ну, сказали мудрецы, что нужно взять на себя максимум страданий таких лайт, чтобы не пришли на тебя со стороны эти страдания. И пиком будет 9 ава, это воскресенье будет пост, в следующее, да. И, значит, потом начинается радость, 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 а мы уже готовы. То есть все это время нужно повторять, как радоваться. Четыре вот этих вот инструмента радости повторять. И с 10 ава начать радоваться. В этом году 9 ава двигается на 10 ава, то есть с 11 ава надо радоваться. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы, что вы поняли из этого урока, что вы поняли для себя и взяли как вывод, и что вы собираетесь делать. Все, удачи, успехов, и всем хорошего, радостного, счастливого дня. Все, удачи, успехов, всем пока.